Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников и описание этих картин. Гертген Тот Синцьянс. Судьба праха святого Иоанна Крестителя. Около 1484 года, дерево масло. 172 на 139. Описание по книге «Великий музей мира». Самое значительное произведение Гертгена Тот Синцьянса написано для монахов иоаннитов города Гарлема. В их обители, не будучи постриженным, он прожил почти всю свою короткую жизнь, за что получил прозвание Синцьянс, в переводе означающее «Святой Иоанн». Алтарь был выполнен в год, когда свершилось важнейшее для всех насельников монастыря событие. Гроссмейстер их ордена выкупил у турецких властей мощи святого Иоанна Крестителя. От масштабного триптиха, достигавшего в раскрытом виде 6 метров, сохранилась лишь правая створка. Роспись ее внутренней стороны представляет большую многофигурную сцену оплакивания Христа, а на внешней подробно излагается история гибели святого Анна и события, связанные с погребением и обретением его останков. Автор выступает здесь умелым рассказчиком, талантливо объединяющим отдельные эпизоды в рамках одной картины. Для этого художник использует сложные пространственные решения. Действие начинается на дальнем плане. Зритель видит, как Иродиада хоронит в пещере голову казненного Иоанна Крестителя, а затем в присутствии Иисуса Христа происходит погребение тела святого. Как в 362-м его по приказу Юлиана Отступника извлекает из земли и сжигает на костре. В центре композиции изображена группа монахов-иоаннитов. Одетые в черные, с белым крестом мантии, братья находят чудом уцелевшие кости своего небесного покровителя. Торжественная процессия переноса праха Иоанна Крестителя в монастырь на Святой Земле разворачивается по диагонали картины. Мастер включает последовательное повествование множества точно подмеченных деталей, каждая из которых свидетельствует о его наблюдательности. Наделяя всех героев истории индивидуальными характеристиками, художник впервые в нидерландском искусстве создает несколько групповых портретов, предвосхищая работы голландских живописцев XVI века. Вот такое описание я нашел в книге «Великий музей мира» к работе Гертгена Тот Синцьянса «Судьба праха святого Иоанна Крестителя» около 1484 года. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.